страшный народ. Черный, волосатый. А это в одной рубашке. Ой, руки какие. Это, верно, детей в колодец кидал или вешал. Это тоже палач. Господи, а это как сюда попал? Хромой, в очках. Небось, насильно на войну погнали. Вы говорите, хромой, в очках? А я его знаю. Это убийца. Вы думаете, что палачи это которые грязные, с бородой, с черепами на погонах? А я их видела бритыми, в чистых воротничках. Они птичек кормили, дамам ручки целовали. Я их знаю, они все палачи. Ты думаешь, мать, что убийцы у них только на фронте? Те, кто жег наши деревни и травил людей в душегубках? Нет, я их знаю. Я жила у них. Я их видела вот так, как тебя сейчас вижу. Глаза в глаза. Мне 25 лет. Похоже? Вы отправляетесь в Германию для работы в промышленности, а также в сельских, овощных, злаковых и скотных предприятиях, а также по домашнему хозяйству в солидных германских землях. Вы увидите новую страну с ее новым порядком, который скоро будет порядком всего мира. 213. Немецким терпением и последовательностью, а также с неизменной доброжелательностью. Ты, 217, ты, 218, ты, 219, ты. И преданных новой Европе. По вагонам! Давай, скажи, давай. Давай.
нас две, понимаешь? Свай, свай, понимаешь, две, две. Нам нельзя, мы должны быть вместе. Да еще лучше, чем я. Вот идем, я покажу. Вот она, нас две, свай, свай. Танька, проси его, ну. Лава. Что, Лавочка, они продают нас. Продают за деньги, Клава. Да ладно, да просто сейчас философию, проси его, ну. Не буду. Ну и дура. Нас две, две. Вы трогаете чужую собственность, сударня. Извините, но я вас здесь не видела. А девушка мне подходит, кажется. Господин инспектор, я ведь записал за собой номер 225. Пожалуйста, взять. Таня! Клава! Танька! Клавочка! Танька! Это невежливо и недостойно. Клава! Мой сын фронтовик. Клава! Не сомневаюсь, но господин Лёза уже записал этот номер. Возьмите вот эту. Не Танька, не робей! Слушай, да что она тебе дышит? Да дай ты ему! Чего ты? Да пошел! Она не ленива? Она русская, гарантии не дает. Почему у нее такие странные глаза? А у всех славян такие. Что с ней такое? Вероятно, стесняется. Стесняется. Сколько это стоит? 15 марок. А та сколько стоила? Они все в одинаковой цене. А теперь что с ней? Плачет. Они часто плачут. Советуете взять? А вы ничем не рискуете. Вот так... Недорого стоит. Пожалуйста. Идем. Нет, нет, нет. Оставь ее. Оставь. Нет, она совсем не так плоха. Руки чистые. Шея тоже. Должно быть, ее вымыло дождем. Нет, честное слово, это неплохо. Все. Что с ней? Надо полагать, она стесняется. Стесняется? Стесняется. Милый папа, кто же тебе будет ставить твои ежевечерние клизмы? Вот-то. Когда родители говорят, дети молчат. Воспитала. Нет, по телосложению она неплоха. Остается самое главное проверить ее умственные способности. Пойдем. Только спокойно и не мешай. Иди сюда. Ее надо выдрать для начала. Затрать юбку и выдрать, тогда все пойдет отлично. Ну что она сегодня кидается, как драная кошка? Она нервничает, это так понятно. Ее Рудольф держит сейчас экзамен в институте Лангемарка. О, ну пусть не волнуется, все равно провалится. Йоган. Ну и так, иди сюда. Иди. Иди, иди. Стой. Это щеточка и совочек. Возьми эту щеточку и смети со стола крошки в этот совочек. Ну, делай. Делай. Смотри, поняла? Хорошо. Это хлеб. Хлеб. Сделаешь хорошо, вот так,
получишь хлеб. Вот так. Сделаешь плохо, вот так вот, не получишь хлеб. Поняла? Не получишь хлеба. Это клетка. В клетке птичка. Птичку всегда кормил Макс. Он так любил птичек. Когда вернется с фронта, снова будет кормить. Сначала мы кушаем сами. А потом вот этими крошками мы кормим нашу маленькую птичку. Возьми эти крошки и накорми нашу маленькую птичку. Ну, делай. Кормит. Дайте мне 2 дня, и она будет смышленнее вашего хромого жениха, который держит сейчас экзамен в институт Лангемарка. Здравствуйте, господин Краус. Кто это смышленнее меня? Это папины шуточки. Он тебя сравнивает с этой вшивой русской бабой. Честное слово, господин Краус, мне сегодня не до шуток. Судя по вашему настроению, вы провалились? Руди, ты не выдержал экзамен? Разрешите сесть? Я устал, как собака. Вот, принеси-ка ему мои ночные туфли. Благодарю вас, господин Краус. Нет, не благодарите. Это делается не для вас, а для научного опыта. Сейчас она снимет с вас ботинки. На чем же вы срезались, Рудольф? Ха. Неопределенная линия подбородка. Я этого ждал. Йоган, а у нашего Макса определенная линия подбородка. А как же? Прикажите ей снять ваши ботинки. Сними ботинки. Ну, сними! Я повторяю, что ее надо выдрать. Задрать юбку и выдрать. Не лезь не в свое дело, она слушается только меня. Вы это сейчас увидите. Пойди сюда. Ну, иди. Ближе. Так. Встань на колени. На колени. Нагнись. Ну, встань на колени. Так. Это ботинок. Сними этот ботинок. Сними. Честное слово, я мог бы быть преподавателем в вашем институте. Хорошо? Другой. Хорошо. Получай. Что с ней? Кажется, она плачет. Ты что, в этом уверена? По-моему, это так. Они часто плачут. Ничего не понимаю. Я, кажется, ее не бил, не ругал. Я ей дал даже хлеб. Что ты купила? Сама возись с этой идиоткой. Я говорила, что ее надо выдрать для начала. Я говорила. Сегодня я встретился с Бибербахом. Знаешь, этот оптовик. Он говорит, что наши дела на фронте совсем не похожи на то, что пишут в газетах. Ты бакалейщик, ты понимаешь в бакалее, я понимаю в хозяйстве, фюрер понимает в войне. Хорошо. Я бакалейщик, я ничего не понимаю в политике. А в жизни я понимаю? 50. В жизни ты понимаешь 4 марки. Тогда я скажу, что я не хочу, чтобы моя жена, мой сын и я сам умерли бы только потому, что кому-то там в Берлине. Грета, кажется, тревога. Нет, это проехала машина. Пока нет, будет. Почему? Когда начали сдавать карты, то рано или поздно туз-пик падает на стол. Что ты хочешь сказать этой притчей? Я люблю побеждать. Но когда побеждаешь слишком долго, можно остаться с поломанными ребрами. Брось свои шутки, Йоган. Они не доведут до добра. Что? Я не могу шутить в своей собственной спальне перед своей собственной женой?
Но ты шутишь также при Рудольфе, кончится тем, что он донесет в полицию. Хорошо. Я буду мычать с вашим хромоногим Рудольфом, как я мычу с этой русской девкой. Кстати, куда ты решил ее поместить? Пусть спит в кухне. Она разведет там вшей. Ну, тогда я поселю ее с русским конюхом. Чтоб в нашем доме мужчины и женщины спали в одной комнате. Ложись. Я скажу ему несколько крепких немецких слов. Он понимает по-немецки. Не могу же я ее положить в комнату Лотте. Йоган, что будет с Лоттой? Лотта. Дай им немного денег, и пусть они поженятся. Каких денег? Дура. Я их украл. Йоган. Ну хорошо, не украл. Может быть, ты хочешь, чтобы узнали про эти деньги? Ой. Значит, украл. Присвоил. Йоган. Украл. Йоган. Украл. Украл. Йоган. Украл. Украл. Дура. Ты что, опять пишешь? Тебя привезли сюда, чтоб ты работал, а не писал, свинья. Ты дворник. У нас в Германии найдется кому стать. Если я замечу еще раз, то попадешь в карцер, лагерь. Надеюсь, ты знаешь, что такое наш карцер. Ляжешь на полу, она на кровати, будете жить вместе. Но если я замечу какое-нибудь скотство, то из тебя сделают евнуха. Да-да, я говорю серьезно. Спать! На кровати спать! Объясни. Что? Ты нет ничего. Доброй ночи. Он сказал, что будем жить вместе. Я поняла. Да? Я немного понимаю по-немецки. Ну, тем лучше. Кто они? Обыкновенные немцы. Он лавошник, бакалейщик. Обыкновенный средний немец. Это очень страшно. Что? Обыкновенный средний немец. Это очень страшно. Очень страшно. Очень. Тебя как звать-то? Татьяна. Таня, а меня Сергей Иванович. Ну, будем знакомы. Потом меня спросили, какие существуют немецкие расы. Я назвал без запинки. Нордическая, динарская, филическая, восточно-балтийская и... Восточно-альпийская. Да, восточно-альпийская. Потом был экзамен на реакцию. Ко мне подошел профессор. Сказал болван. Да, и сказал болван. Я вскочил, плюнул, стукнул кулаком по столу. И представь себе, я получил высшую отметку. Это была правильная реакция гнева. Начались. Мирение черепа. Да. Тут они придрались к моему подбородку. Говорят, нечеткая линия. Ну где? Где она, нечеткая линия? Перестань играть, когда с тобой говорит жених. Значит, у тебя действительно нечеткая линия вот здесь. Где? Здесь? Ерунда, они сказали тут. Ну что это за разговор жениха с невестой? Поцелуй меня. Лотта, так дальше продолжаться не может. Я немец. Я должен организовать свою семью не на песке, а на солидных началах. Как это верно. А чтобы создать солидную семью, нужны солидные деньги. Как это верно. У твоего отца есть деньги? Не знаю.
Лота, я должен предупредить тебя. Вчера я провожал Брунгильду Шенк. Она не так прелестна, как ты. Я тебя страстно люблю. Но с ее отцом можно вести более точные деловые переговоры. Поцелуй меня. Ну, поцелуй. Кроме того, мне не нравится, как меня принимают в этом доме. Твой отец позволяет себе выходить ко мне в подтяжках, без галстука и воротничка. Это же свинство. Папа. Где это видано, чтобы жених засиживался так поздно? А мы только что прощались. До свидания, фрейлин Лот. Подождите. Покажите-ка ваш подбородок. Да. Вот, совсем другая работа. Так вот, это мой дом. Если я захочу, я буду принимать вас совсем без штанов. Можете поцеловать свою невесту. Благодарю вас, господин Краус. Пожалуйста. Сергей Иванович, а? А кем вы тут работаете? Я конюх. Конюх, чернорабочий, слесарь, маляр, столяр, а иногда и канализатор. А все вместе это называется дворник. А кем вы были у нас? А у нас я был ученым. Похоже? А? Нет. Тем не менее, это так. Я математик. И вот это все? И навсегда. А? Здесь все-таки можно писать. Что вы пишете, Сергей Иванович? Видишь ли, у меня осталась неоконченная работа. Я очень хочу ее закончить. Чего бы это ни стоило. А вас здесь били? Здесь сильно бьют, да? Вообще говоря, деточка, выполняй все, что тебе прикажут. У тебя одна задача – выжить. Во что бы то ни стало выжить. Здесь умирают десятки тысяч. Понятно? Кормить тебя будут плохо. Ты постепенно будешь слабеть. Поэтому рассчитывай каждое движение. Экономь силы. Но как не будет тебе голодно, ежедневно откладывай маленький кусочек хлеба. Копи хлеб, потому что весной ты убежишь. Их задача тебя убить, а твоя задача выжить. Я тоже убегу. Если хочешь, можем уйти вместе. Хочешь? А? Спит. Ну, спи. Все спят. Thank you.
зарежь. Ну, зарежь. Йоган, она опять не понимает меня. Ну, потому что ты совершенно не способна с ней разговаривать. Дай курицу. Ну. Стой. Ну. Смотри. Это курица. А это горло. Нож. Это нож. Возьми нож и зарежь ее. Вот так. Чик. Только там, на дворе. На, делай. Ну? Стой. Это курица. Это горло. Это нож. Чик. Ну? Ну что смотри? Идиот. Мне кажется, она просто боится зарезать курицу. Что? Дайте я ей покажу, как это делается. Лота, мне неприятно, что ты так любишь резать кур. Максу это очень бы не понравилось. Нож. Мама, ты старомодна. Я за ней. Ну иди. Иди, учись. Йохан, я ничего не понимаю. Вчера эта русская плакала, хотя ее никто не бил. Сегодня она боится зарезать курицу. Кончится тем, что она обкрадет дом. А конюх все время пишет по ночам. Биба говорит, что для того, чтобы их понимать, нужно читать брошюры какого-то Достоевского. Йохан, ты договоришься со своим Бивербахом до несчастья. Тогда, пожалуй, действительно придется прибегнуть к плетке. Что ты мне мучаешь? Поговори с отцом. Я должен прежде выяснить у тебя, есть ли у него деньги. Поговори с отцом. Слушай. Твой отец служил у Йосифа Кона. Когда пришел Гитлер, этот еврей Кон отдал кому-то деньги на сохранение. Поговори с отцом. Эти деньги у него? Поговори с отцом. Хорошо. Я скажу ему все, как только он войдет. Кстати, вон он идет. Скажи, черт возьми, есть у него деньги или нет? Да поговори с отцом. Мне нужно с вами поговорить. Угу. В этом доме только и делают, что говорят. Итак, разрешите начать? Да. Видите ли, я национал-социалист. Подождите, кажется, тревога. Нет, это проехала машина. Итак, я национал-социалист. Угу. И как таковой не придаю значения деньгам. А значит, разговор будет идти о деньгах. Этот разговор будет развиваться планомерно. Не понимаю. У Бибербаха взяли позавчера на фронт кривого племянника. Да, взяли. Взяли. Но при всей моей ненависти к плутократам я не могу строить свою семью на песке. Скоро в этом городе останутся одни только идиоты и хромые. Что? И хромые. Лота, кто-то прошел по двору. Почему каждый раз, когда вопрос заходит о деньгах, у тебя что-нибудь происходит во дворе? Я говорю, кто-то прошел по двору. Хорошо, я посмотрю. Руди, продолжай. Я продолжаю, господин Краус. Танька! Клава! Танька! Танечка, ой! Ой, Танечка, я убежала на часок. Пожрать чего-нибудь есть? Как ты живешь? Где ты работаешь? Работаю на фабрике, живу в бараке. Пожрать чего-нибудь есть, а? Кто там? А, ты одна? А что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Идиотка. Клава. Клава. Ушла. Ушла. Кто это? Хозяйская дочь. Лот. Кто?
Лота. Ой, Славочка, да чего ж я рада тебя видеть. Ну, расскажи о себе. Сядь, сядь. Все расскажи, слышишь? Славочка ты моя, погоди. Давай сначала поплачем вместе. Ой. Заключаю, господин Краус. Скучно. Как немец, скучно. Как интеллигент, как национал-социалист. Да. Как жених вашей дочери. Да-да. Я должен открыть бакалейную лавку. Ага. Бедная птичка, опять не накормлена. Ну, все подготовлено. Есть помещение, клиентура, разрешение вождя бакалейной корпорации. Не только того, что вообще не должно играть никакой роли для человека Новой Германии. Да. Ведь нет денег. Да, нужны железные нервы, чтобы держать этот дом в порядке. Эта глухонемая девка бездельничает, конюх пишет по ночам. Открытие лавки, а следовательно, счастье вашей дочери зависит от вас? Я не знаю, что он пишет, но я потерял покой. Разрешите тогда взять мне вашего конюха на себя? Да. Я в 2 минуты отучу его писать на всю жизнь, но я прошу вас, господин Краус, ну будьте внимательны. Открытие лавки зависит от вас. Я не могу быть внимательным, когда у меня служит конюх, который пишет по ночам. Он не будет писать по ночам. Хорошо. Вот когда он не будет писать по ночам, тогда и поговорим. Я говорила, что там никого нет. Да-да. Лота, принесите, пожалуйста, мне мою палочку и кусок фланели. Они обращаются со мной так, будто я не человек, будто я корова или стул. Этот старик дочери стесняется, а при мне ходит в подштанниках. Да наш надсмотрщик хоть бы совсем без порток ходил, лишь бы не бил. Ох, и везет тебе. Везет? Да, везет. Каждый вечер моет этого черта, тошнит просто. Небось, жену не позовет, постыдится. А нас бьют, понимаешь? Жрать не дают и бьют с утра до ночи. Чуть что не так в морду, места живого нет. Ты вон того чернявого парня, что к нам все вязался, помнишь? Ну? Вот стукнул он раз мастера в ответ, так они из него такое сделали, что я не знаю, жив ли он. Я-то уж терплю. Знаешь, Клавка, что я решила? Что они вовсе не люди. Я лодку держу за собаку, хозяйку за корову, а хозяина за козла. Корову боднет, ведь не обидно. Больно, но не обидно. Я мой этого черта и говорю себе. Козел ты, дурак ты вонючий, стыда не понимаешь. Ну и стой, голый черт с тобой. Тебе все равно и мне, тьфу. Ведь ты же не человек. Да нет, чепуха. А мне-то как же, тоже за козла счесть. Так ведь он проклятый бодается с утра до ночи. Хотя попробуй, может, полегчает. Слушай, Танька, тебе много раз спрашивают, пожрать есть? Есть, Клавочка, но не дам. Ты что, сдурела? Не дам. Ну, знаешь, ты, я вижу, сама с ними собакой стала, тут и воображать нечего. Хорошо. Давай ухо. Я собираю корки. Мы с Сергеем Ивановичем, дворником, весной убежим, понятно? Ой, Танечка, родненькая, возьмите меня с собой. Тебя? Ага. Ну, конечно. Значит, возьмете с собой, поклялись? Поклялись. Ну, ладно, я уж побегу, а то хватится шкуру, с меня спустит. Ну, что ж, беги. Так когда, весной? Ладно, пожрать нечего. Ну, ладно, Танька. Давай, что ли, опять поплачем вместе на прощание. Ну, не надо. Эй, ты! Ты еще здесь, да? Позови конюха. Конюха позови. Ну, позови конюха, конюха, понятно? Итак, несмотря на мое запрещение, ты все еще продолжаешь писать по ночам. К сожалению, приходится писать по ночам. Что же вы пишете? Скучные вещи. Да, математические выкрутасы. И вы собираетесь продолжать писать? Я не понимаю, право, почему это вас так беспокоит? Так вот, отныне ты больше не будешь писать по ночам. Господин Краус, разрешите мне, сегодня я командую. Угу. Так вот,
сейчас ты получишь небольшую дозу лекарств, которые я тебе пропишу. Минуту, Рудольф, кажется, тревога. Нет, это проехала машина. Это машина! Машина, которую я тебе пропишу. Это будет повторяться ежедневно ровно в 10 часов утра. Я специально буду заезжать сюда. Да. И через 2 недели ты забудешь не только свои формулы, но и имя своей матери. Дорогие мои папа, мама, тетя Настя и маленькая моя любимая Шурочка. Вы не удивляйтесь на почерк. Пишу не сама, потому что у меня обваренные руки. Я зашла к девчатам в парильное отделение, а сволочь, а немка-десятница меня толкнула. Этого не пропустят, и письмо не дойдет. Ну ладно, тогда совсем не надо про почерк. Пишет вам это письмо ваша далекая Клава, все оттуда же. А ответа от вас, сколько ни плачу, все нет и нет. Живу я хорошо, совсем хорошо. И только кому завидую, так это Мартыну. Мартын — это кобель соседский прибудный, по дворам все бегал. Да. Но вы, мамочка, за меня не беспокойтесь. Вы ведь меня знаете, я не пропаду. Мамочка, передайте девчатам с нашей улицы. Если постой. На нашей улице еще есть девчата... Постой, постой. Я еще вернусь. Клава. Что мы еще? Клава, я не могу писать. Я начинаю забывать, как пишутся буквы. Да что с вами? Подожди, я начинаю все забывать. Они каждое утро бьют меня по голове. Ой, пропали мы. Пропали. Никуда вы не уйдете. И я не уйду, и Танька пропадет. И не верю я ни в какие, ни весну, ни в лето, не убежать нам. А вот сделаю я так, как другие люди делают. Суну руку в машину, они инвалидов назад отправляют, и все. Ой. Боже мой, что со мной? Я, кажется,
и слышать начинаю хуже. Ой, да не пугайте вы меня, мне и так страшно. Танька! Танька, где ты? На него, пока заметишь, как он смеется. Выдумает что-нибудь смешное, ну и смеется. А заяц не думает. Думает. И как зиму прожить думает. И как деток своих косых сохранить думает. И как волк перехитрить думает. Ну, много надо думать. Дня не хватает, он ночью думает. Дети, и так вы окончили нашу школу и вступаете в жизнь. Я не знаю, была ли наша школа хорошей или плохой. Наша школа учила вас ценить человека, уважать его разум, его вековую культуру. Она учила вас, что самое ценное из всех земных богатств – это человек. Под каким бы небом он ни жил, на каком бы языке он ни говорил, какого бы цвета ни была его кожа. Thank you.
ты почему не танцуешь? Ноги болят, туфли новые. А ты сними, сними. Таня? Танечка! Танечка, что с тобой? Боже, какие у тебя ноги! Ну, ложись. Я не хочу лежать. Может, съешь чего-нибудь? Я не хочу есть. А пить? Я не хочу пить. Сергей Иванович, идем. Сейчас же. Убежим отсюда, ну, я не могу. Ложись, ложись, дай я тебя уложу. Нет, не надо. Я не хочу лежать. Собирайте вещи. Идем. Да куда ты пойдешь с такими ногами? Ты же ходить не можешь. Тогда подожжем дом. Сию минуту. Спокойно. Надо что-нибудь делать. Спокойно, Танюша, успокойся. Сергей Иванович, я не могу. Ну давайте же сделаем что-нибудь. Или я сейчас же повешусь. Да мы... Сергей Иванович! Да мы убежим. Убежим, как только ты сможешь ходить. Даю тебе честное слово. Честное слово? Честное слово. Мы убежим послезавтра. Хорошо. Я подожду до послезавтра. Хорошо. Ну, а сейчас ложись. Ложись, Танюша. Хорошо. Я лягу. Скажите что-нибудь очень хорошее и очень спокойное. Ну, ну, послезавтра мы убежим. Нам будет очень трудно. Мы будем идти по ночам. Будем бояться людей, собак, дыма. И, наконец, немцы останутся позади. Мы пройдем Польшу. И однажды, на рассвете, мы увидим журавль над бревенчатым колодцем, рябину, березы, наши поля без конца и края, нашу землю, нашу Россию. Говорите. Еще говорите. Мы пройдем... мимо сожженных сел, мимо разрушенных городов. Потом услышим приближающийся грохот орудий, пройдем через линию фронта и встретим наших советских людей в серых русских шинелях. Танечка, тех самых людей, с которыми мы жили в коммунальных квартирах, которые толкались в трамвае, которых мы просто не замечали, проходили мимо, задевали локтем, а они для нас самые родные, самые благородные и самые великие, что есть на свете. Еще говорите. Пройдет совсем немного времени, пройдет год, может быть два, и мы забудем немцев.
Есть прекрасные свойства человеческой памяти забывать плохое. Очень нужные свойства. Сергей Иванович, когда меня не было, они били вас? Били. Как вы себя чувствуете? А ничего. Вот только работать стало труднее. Сергей Иванович, мне не нравится это свойство памяти. Я не хочу забывать ничего. Ничего. Слышите, Сергей Иванович? Так вот, несмотря на некоторые трения между нами, немножко погорячился, господин Пешка. Да. Я, в общем, удовлетворен вами в меру вашего усердия. Усердие заслуживает награды. Мы, немцы, свято чтим три заповеди. Честность, точность. Что ты на меня так смотришь? Таня. Ты слушай, слушай, тебе это полезно будет. Честность, точность и аккуратность. Вот человек заслужил, он должен получить. Грета, подай ему. Возьми. Возьми, возьми. Вот в этом костюме, вот в этих ботинках, завтра в 11 часов утра ты явишься наверх. Твоя фамилия Карташов? Не забудьте побриться. Вот пластырь. Наклейте его на лоб, он у вас там немножко поцарапан. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойно. Я не забуду ничего. Так вот вы были. Какой? Ничего, ничего, Танюша. Будет и на нашей улице праздник. Будет. Не будет фокусничать. Она получила хороший урок. Смотри. Господин Краус, господин Краус, они идут. Гони их на кухню. Иди стирать, понимаешь? Стирать. Ну, на кухню, на кухню. Стирать. Ну, Рудольф, если это дело выгорит, ваш семейный фундамент будет обеспечен. Благодарю вас, господин Краус. Поздравляю вас, Рудольф. Раз Йохан сказал, это твердо, как скала. Можете считать себя мужем и бокалейщиком. Бокалейщик. Руди. Ой, если бы это мог видеть наш ласковый Макс. Он такой нежный и впечатлительный. Началось. Этот человек мне стоит больших денег. Кроме того, что он носит мои костюмы, я не говорю о белье, обуви, перчатках, галстуках, шляп, лучшей комнаты в моем доме, которую я ему уступил, книги, бумага, письменные принадлежности. Кроме этого, он пишет по ночам. Да, и я терплю большие убытки. Да вот,
подробная смета моих расходов, которые я прошу оплатить. О. Простите меня, но это безумная цена. Неслыханная цена за человека. Да, но за какого человека? Я полагаю, что за такого человека можно заплатить больше. Сергей Иванович. Да? Откуда у них эти вещи? Это им прислал посылку Макс. Макс? Да, сын с фронта. Я ж тебе говорил. Я не буду стирать эти вещи. Ты с ума сошла? Я не буду стирать. Эти вещи сняты с наших людей. Танечка, они заколотят тебя до смерти. Я не буду стирать. Почему она не стирает? Ей тяжело, фрау Краус. У нее распухли руки и ноги. Ну, пусть, по крайней мере, она намочит вещи. Я не буду стирать. Что она сказала? Я не буду стирать. Эти вещи сняты с наших людей. Они, кажется, договорились. Где он, конюх? Где он? Ну, быстро. Конюх, иди, иди. Конюх, иди. Иди, конюх. Идем, идем. Ну, скорей. А ты стой тут. Ну, я скажу все Иоганну. Стой. Вот, знакомьтесь. Садись. Успокойся. Пусть сядет. Садись, садись. Мы очень много о вас слыхали, господин Карташов. Странно только, что вы раньше не назвали себя. Да. Так вот, наша фирма предлагает вам пост консультанта. Вы получите квартиру, нормальное питание наравне с немецким персоналом и работу по специальности, по которой вы, вероятно, так соскучились. Нам хорошо известны ваши последние труды по оптике специального назначения, и мы хотели бы, чтобы вы продолжали эту работу у нас. Вы ошибаетесь, господа. Вы, очевидно, принимаете меня за какого-то ученого, за какого-то математика, оптика или астронома. Я ни тот, ни другой, ни третий. Я дворник. Дворник, конюх и чернорабочий. Это же ложь. Это неправда. Ночи напролет пишут математические выкрутасы. Я сам недавно разорвал целую пачку. Это же были стихи. О, ну не слыхано. Ну, а вам знакома вот эта книга? В первый раз вижу. А вот здесь помещен ваш портрет. Ага. Это не я. Этот господин гораздо моложе и, очевидно, образованнее меня. Ведь вы говорите, что он, кажется, математик, оптик и чуть ли не астроном. С вами говорят серьезные люди. Извольте отвечать серьезно. Да. Хорошо. Серьезно я отвечу так. Если бы даже это был я, то я не пошел бы работать на ваш завод ни на каких условиях. Почему? Потому что мне, старому конюху, очень нравится копать навоз. Простите, а вам никогда не приходилось копать могилу для себя самого? Его мало повесить. Отойдите от двери, они идут. Зря мяли хорошую вещь. Где он? На кухне. На кухне.
Ты что, издеваешься надо мной, свинья? Я из тебя все мозги выколочу. Они совершенно взбесились. Один лишает нас денег, другая отказывается стирать. Кто отказывает стирать? Она отказывается стирать. Как это, глухонемая после карцера? Да-да. Ты стирай! Немедленно стирай или... Да нет, подожди, ну я к черту сначала с ним. Стой тут! Стой! Прямо стой! Стой прямо! Жди! Жди! Ты! На кого ты орешь, дурак? Ты думал, что я животное. Ты запрещал мне писать. И вдруг оказалось, что я человек. Что я знаю больше тебя и стою дороже тебя. Оказалось, животное, ты, мучила человека, меня. Пойми, Пентюх, все, что я знаю, все, что я чувствую, все это мне дала Россия. И ты полагал, что я продам ее тебе за паек и квартиру? На, выкуси. Стой! Лута, дай мне палку! Довольно заниматься этой дрянью. Дело идет о моем счастье. Отдай мне деньги немедленно, слышишь? Я хочу замуж. Значит, деньги все-таки есть. Я жду 8 лет. Убирайтесь вон! Никаких денег у меня нет! У тебя есть деньги Кона. Кона? Какого Кона? Какого Кона? Какого Кона? Кон отдал тебе все свои деньги на сбереж... Не тот ли это Кон, у которого служил господин Краус? Да-да, тот самый. Никаких денег у Кона я не брал! Врешь! Кон боялся реквизиции и отдал тебе все свои деньги на сбережения, а ты их прикарманил. Отныне эти неарийские деньги принадлежат отдай государству, деньги. А половина тому, кто открыл преступление, то есть мне. Никаких денег у меня нет! Есть у вас! Отдай, отдай мне деньги! Деньги. Отдай мне деньги! Деньги. Я говорю, нет у меня денег. А я знаю, что вы украли деньги Кона. Деньги! Какие деньги? Какие деньги? Макс, мальчик мой! Не надо целоваться, мама, я пыльный. Какие деньги, милые мама и папа? Здравствуй, Макс! Здравствуй, папа. Ты что, надолго с фронта, а? На 2 дня. Это мой приятель, Курт Кагер. Мы его называем молчаливый Курт. Очень веселый немецкий парень. Рекомендую. Так о каких деньгах шла речь? Разрешите пояснить. Харри, господин Краус только что говорил о том, сколько денег он потратил вот на этих людей. Вот. Кто это? Макс, это жених твоей сестры. Очень интеллигентный молодой человек. Рудольф Пешке. А почему они на фронте? Видите ли, у меня с детства одна нога короче другой. Вот, посмотрите, вот я хромаю. Отлично. А почему же хромой интеллигент вмешивается в чужой разговор? И о каких деньгах все-таки шла речь? Что это за манера разговаривать с отцом? Ты не у себя в роте, ты у меня в доме. Это мой зять. Да, мой зять. Он говорил о деньгах, которые я потратил вот на этих людей. Они отказываются работать. Она не хочет стирать. Он скрывает свою профессию. Поносит Новую Германию. Не кричите все вместе! Это действует на нервы. Тихо! Мусталь. Кто поносил Новую Германию? Вот он поносил Новую Германию. Хорошо. Мы займемся им. Нигде нет отдыха. Теперь нам нужно помыться, побриться, переменить белье и посидеть в тишине. В тишине! Слышите? Нам нужна тишина, черт возьми, мы с фронта! Ты понимаешь это? Хромой! Идем, Курт. Вопрос о деньгах остался неясным. Ну ладно, пока все свободны. Мой сын. Это не Макс.
Макс. Лота, это Макс? Это Макс, мама. Это Макс. Сошел с ума. Ты вытащил на стол все наши запасы. Отстань, я знаю, что я делаю. Это мой дом. На полмесяца будем голодать. Не умрешь. Лучше поголодать 2 недели, чем напороться на скандал. Они возвращаются с Восточного фронта полупомешанными. Да убери хоть маргарин, подумай о семье. К черту, пусть жрут маргарин, пусть нажрутся, напьются и подольше спят. Если они уедут тихо, то благодари Господа Бога. К Бибербаху приехал взять с фронта. И от квартиры остались одни черепки. Сардины я все-таки снимаю. Дура, это Бибербаховский. А-а-а! Здравствуйте, молодые люди. Здравствуй, дорогой Макс. Здравствуй, мальчик. Мальчик. Здравствуй. Ну, как отдыхал под родительским кровом? Под родительским кровом всегда сладко отдыхать. Правда, как раз сегодня мы отдыхали мало. Пришлось долго беседовать с твоим конюхом-математиком. Он стал молчаливее меня. Сейчас я вас уложу. Одну минутку, Сергей Иванович. Уложу вас. Вот, вот, вот так вот. Вот, вот так. Сейчас уложу ноги. Вот. Ну вот и хорошо. Сергей Иванович, вам пить принести? Посмотрите на меня. Вам пить принести? Вы меня слышите? Сергей Иванович! Сейчас принесу воды, и все будет хорошо. Сергей Иванович, потерпите минутку. Сейчас, Сергей Иванович, сейчас, сейчас. Сейчас, один. Приехали всего на 48 часов. Я поднимаю этот бокал за то, чтобы эти часы были часами мира, дружбы, взаимной благожелательности, которая всегда сопутствует возвращению хорошего сына в германскую семью. Ох! Должен предупредить тебя, Курт, что, насколько я помню, у мамы только 12 таких бокалов. Прошу прощения. Но если я кое-что смыслю в науке, то бокалов уже не 12, а 11. Я не понимаю, почему вы смеетесь. Предлагаю еще один тост. Подожди, папа. Что вы хотели сказать вашим смехом, господин интеллигент? Мне показалось, что вы шутили. Встать, когда с вами разговаривают фронтовики. Слушай, мы мало пьем. Давайте выпьем. Выпьем. Будем откровенны, господин интеллигент. Нам не нравится ваше поведение в этой добропорядочной немецкой семье. Почему? Вы втерлись в семью и теперь гнусно шантажируете моего отца, пытаясь выманить у него деньги сомнительного происхождения. Верно, папа? Да. Давайте выпьем. Или вы думаете, господин жених, что такое поведение достойно немецкого интеллигента и члена национал-социалистской партии? Видите ли, я... Смирно! К стене! Марш!
хромать. Не хромать, я вам говорю. Встать у стены. Лицом туда. Каблуки вместе. Вот так, так, так. Тыловая крыса. Стойте и обдумайте ваше поведение. Макс, мне не нравится эта шутка. А мне не нравится твое поведение. Да-да. Мне очень жаль огорчать тебя, милый папа. Но вел ты себя отвратительно. Макс, ты сошел с ума. Я бы на вашем месте встал, когда с вами серьезно говорит сын фронтовик. Давайте выпьем. Подумай сам, милый папа. Тебе дает деньги, перестань разливать вино. Тебе дает деньги капиталист, не ори, ицкон. И вместо того, чтобы сдать их государству, ты их утаиваешь. На эту тему я с тобой разговаривать не буду. На вашем месте, господин Бакалейщик, я бы принес эти деньги и положил их вот на эту тарелку. Йохан. Мои дела остаются моими делами. Давайте выпьем. Я не хочу пить с человеком, который завтра сядет в тюрьму. Послушайте, молодой человек, вас, кажется, зовут Молчаливый Курт. Почему же вы так много говорите и все о чужих делах, а? И заметь, папа, он никогда не бросает слов на ветер. Йоган, принеси сейчас же эти деньги. 10 бокалов. Так. Ну-с, господин интеллигент, вы обдумали ваше поведение? Обдумал. Ну и что вы скажете? Оно было недостойным. Недостойным? Кого? Члена Национал-социалистской партии. Еще. Немца? Еще. Не знаю. Не знаете? Нет. Оно было недостойным тыловика, жиреющего тут. Пока мы там кормим вшей. Пока нас давят танки. Пока мы сходим с ума от этого огня и грохота. И нас рвет на куски. Рвет, понимаешь, хромой. Спокойно, Макс. Он раскаялся, пусть сядет. Выпьем, господин интеллигент. Мы пройдем Германию. Мы будем идти по ночам. Нет, не завтра. Мы уйдем сегодня. Сегодня? Да. Скоро. Когда в доме заснут. Мы будем идти по ночам. Мы будем бояться людей. Не бормочи. Немцы останутся позади. Мы придем в Польшу. Потом в Россию. В села. Колодцы. Березы. Рябина. Ты не бормочи, ты каменная. Как это случилось? Когда его убили? Не знаю. Его убили эти черные с черепами. Меня послали на огород, а его убили в подвале. За что? Не знаю. Погоди, не сбивай меня. Так о чем я? Да. Села. Колодцы. Березы. Люди наши. В серых шинелях. Здесь дышать. Я не могу здесь пить.
Я не могу здесь есть, Таня. Я не могу здесь жить. Будьте вы прокляты! Танька! Звери! Молчи сейчас, ты сможешь! Звери! Молчи! Я не могу больше. Не надо, Таня. Пройдем Польшу. Придем в Россию. В села, в колодцы. Люди наши в серых шинелях. А итальянцы! Итальянцев на макароны! Датчане пусть разводят свиней и коров, а мясо и масло будем есть мы. А шведов? Шведов в Китай. А румыны? Румын. Румын тоже в Китай. И румын в Китай. Всех в Китай. Макс, а кто останется в Европе? Ровно столько, сколько необходимо Германии. Нам не нужны лишние рты, мы достаточно голодали, мы хотим есть. Весь хлеб мира будет принадлежать нам, и все мясо нам. И все масло. И весь сыр. И весь шоколад нам. И все куры. И все пиво. И все люди. Все. Все, что можно жевать и глотать. Все это принадлежит нам, потому что мы немцы. Правильно? Да. И вся горчица будет принадлежать нам, а? А почему вы сегодня не веселитесь, господин Кат? Я не люблю разговоров. Может быть, займемся каким-нибудь делом. Давайте играть в фан. Фанты? Нет, пусть Лота сыграет на физгармонии, а Рудольф споет под ее аккомпанемент. А может быть, позвать эту русскую девку, которая отказывается стирать? Встань на колени и проси прощения. Ну, встань на колени. Я не говорил вам, что она слушает только меня. Дайте я попробую. Подожди, папа, здесь работает специалист. Пожалуйста. Последний раз. Встань на колени. А вот что. Я сосчитаю до трех. И убью тебя. Гляди в дуло. Раз. Вот так. Легче умирать, когда глядишь в дуло. Два. Подожди, Курт, может, она встанет на колени? Встань на колени! Ну? Нет? Три! Я же вам говорю, что он бесельчак! Весь парус покатывается от его шуток! Пошла вон! Я еще поговорю с тобой завтра утром. Это было замечательно. А теперь, пожалуй, можно что-нибудь спеть. Пойте! Thank you.
наверху еще шумят. Поют. Скорей бы. Ничего. Скоро затихнут. Скорее бы. Скорее. Затихли? Послушай. Как будто тихо. Пора. Куда ты? Жди, я скоро вернусь. Я боюсь здесь одна. Я сказала, жди. Таня! Я тоже с тобой. Нет, Клавочка, я сама. Ты бурчишь. Ограбить отца! Что это? Тревога? Нет. Это у Макса в комнате. Макс? Твой Макс? Почему он кричит? Офицер германской армии. И почему он кричит? Кричит, пьяный кричит. Ты отдал им все деньги. Дура, ты в самом деле меня считаешь идиотом. Ограбить отца, бандит. Яхан, ты старомоден. Нынче совсем другая молодежь. Судя по ним, наши дела очень плохи. Яхан, ты вечно ворчишь. Ворчишь. Таких, как ты, пишут в газетах. В газетах. Мы кончены. Ты посмотри на них внимательно, и ты увидишь... Что это? Сюда идут. Сюда? Да. Что это? Что это? А? Все как у людей. Руки, ноги, глаза. Нет, не люди. А? Она сошла с ума. В этом доме не хватает только сумасшедших. Она украла что-нибудь. Ты думаешь? Конечно. Ножи? Ножи здесь. Вилки? Вилки здесь. Ложки? Все ложки, вот все. А все. Маргарин? Маргарин на месте. Серебряные котейки? Все, копейку Макса в комнате. Да нет, все на месте, она просто
сошла с ума. Консервы на месте, а сыр... Дальше тревога. Макс! Макс! Тревога. Грета, тревога! Макс! Грета, чемодан и шкатулку! Макс! И Макса все дни! Убийца, Макс! Макс! Мальчик! Макс! Чемодан и шкатулку! Макс! Шкатулку Макс! В твоей спальне! Папа! А? Тревога! Помоги маме! Тревога! Стой! Серебро! И серебро со стола убери! Остальные, мальчик мой, где остальные? А вот здесь. Вот они, Лота, ты позвонила в полицию? Кажется, позвонила. Ну, пошли. Горит. И дом Краусов горит. Ой, Танька, боюсь, я не дойду, помру по дороге. Ты с ума сошла, Клава? Клавочка, посмотри, что горит. Весь город горит, Клава. Хорошо. Ах, как хорошо. Thank you.
Германии. Наработать. Нет, мы отработаны. Назад. В Россию. В Россию. Подвезите. Голубчики. Садись, мамаш. Провоз бесплатный. Здесь садись. Внутрь не ходи, там тяжко. А кто там? Я тебе говорю, отработанные. С фабрик их, с заводов, из шахт, из деревень. На любой вкус. Без руки, без ноги, в гипсе, слепые, оглохшие. Одно на девятом месяце. Двое тифозных. Есть и чахоточные. Вот я, например, чахоточный. Сегодня я похоронила подругу. Клава. Вот и я, говорят, не доеду, помру. Нет, я доеду. Я сейчас не помру. Мне нужно хоть пяток немцев убить. Ну, не пяток, хоть пару. Вы-то все добренькие, а я вот не добренький. Еду, отдышусь и убью. Номер 224. Что? Верно. Я тебя знаю. Меня? Да. Погляди на меня. Узнаешь? Не узнаешь. А мы вместе в теплушке ехали. Ругались по дороге. Продавали нас вместе. Узнаешь? Ты рядом с моей подругой стоял. Я тебя еще номером просила поменяться. Ну? Теперь узнаешь? Да, теперь узнал. Нет. Не узнал. Меня узнать теперь нельзя. Ты это от доброты. А еще говоришь, недобренький. Вот теперь мы подошли к их берлоге. Они бегут, бегут без сапог, бросают свое барахло, кричат «Гитлер капут!». Они вывешивают белые флаги и просят пощады. Они говорят, что виноваты только их фюреры. Один, 500, 1000, ну 5000 фюреров. Ложь! Пусть узнают, что такое война. Наши идут. Наши танки роют их дороги. Наши снаряды ломают их стены. Наши кони пьют из их рек. Наши идут. Наше горе идет по ихней земле. Горе и справедливость. Пусть ответят теперь за Ленинград, за Севастополь. За виселицы на наших площадях, за детей, отравленных в душегубках, за тех несчастных, кого они замучили в своей проклятой стране. Горе убийцам!